Угостите друг друга. Пусть жизнь будет сытной и сладкой. Папа спешит сделать огромный первый свадебный салют в честь наших молодых. Наполняем бокалы, и мы предлагаем выпить до дна. Чтобы у вас мысль была всегда одна. Она сама. Мы поможем под звон бокалов. Скажем, деньги на гости помогли наши молодые. Пить до дна! Пить до дна! Дорогая Аня, ты не сегодня подумай мужа, ты принимаешь мой каравай из рук мамы Андрюши, ты даешь как бы негласную клятву. Я ваша, пожалуйста, принимай каравай. И вы знаете, у каждого человека с правой стороны находится его сегодня, извините, пожалуйста, Леночка, принимает каравай наш вниз, и Лена через правое плечо отдавай своим лучшим друзьям. Дорогие молодожены, счастливые, симпатичные, влюбленные, красивые, сегодня благословили вас не только родители, сегодня благословили вас все небеса, и мы уверены, что ваш брак не случайен, он прочен и вечен. Поэтому мы предлагаем вам отпраздновать праздник любви в необыкновенном кафе, в которое заходят первые наши прекрасные молодожены. Идут свидетели, их родители и все званные, желанные гости. Ярким пламенем горят. Почему жених сегодня одел самый модный фрак? А невеста в платье белом — это все не просто так. Дать ответ мы можем смело, не боясь попасть в просак. Это свадьба в Новомосковске весело гудит, а дарить подарками наших молодых спешит. Дорогие гости, я знаю, что для вас это самый желанный момент, к которому вы долго готовились. Вы готовили все самое нежное, все самое доброе, все самое хорошее. И сейчас есть возможность поздравить наших молодых. Ну, конечно, самые первые дарят свои поздравления, свои подарки наши замечательные родители, а потом все остальные гости. И знаете, чем раньше вы поздравите наших молодых, тем больше у вас есть возможностей попасть к ним на золотой юбилей. Пожалуйста, родители, поздравляйте детей. У нас прекрасная свадебная копилка огромная. Первый взнос на квартиру мама положила. Гости, спешим, пожалуйста, если у вас желание попасть на золотую свадьбу, спешите, поздравляйте наших молодых. Дети, мы дали вам телевизор, который мы не принесли. Ну что, нам проходить просим? Конечно. Как это тут фотограф, да, свидетели? Деньги, цветы, самое главное, ваши объятия, ваши поцелуи, наши с удовольствием молодые получают. Ну а все добрые слова, все добрые искренние поздравления вы скажете за столом, потому что сегодня каждому гостю будет дано слово для поздравления. Thank you.
Пожалуйста, гости званые, проходите. Мамочки, рассаживайте. Спасибо большое. Счастья, здоровья. Спасибо большое. Поздравляю. Спасибо большое. Счастья, благословения. Здоровья, крепкого. Очень хорошего. Спасибо большое. Так.
как вы, конечно, догадываетесь, только за любовь. Пожалуйста, наполняем бокалы. Во самых счастливых сердечко, сердечко Аннушки и сердечко Андрея. Пусть каждый день, каждый час слова любви звучат для вас единственным, неповторимым гимном. За вас мы дружно все свои бокалы поднимаем, все дружно снова поднимаемся и скажем такие слова. Пусть в этой молодой семье будет только мир. А в семье у вас будет мир, а у нас сегодня на свадьбе только мир. И первая любовь. Войка! 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 Андрюшенька и Анечка, вы знаете, только сегодня у вас есть единственный шанс в жизни перевыполнить норму по поцелуям. Поднимайтесь, Гена, потому что мы вас назначаем спонсором нашей молодой семьи. И вот тех деток, которым будет ровно 17, вы должны поднять, помочь, поднять на ножки, обуть, одеть, дать высшее образование. Понятно, Гена, вы согласны с этим? Да, да. Нельзя, друзья, и глаз отвесть. Для счастья рождена она, и Анечкой она женщина. Да не за синими морями, не в пятилетом Божьем царстве, а здесь, на Украине государстве, живет парнишка с головой. Он славный, добрый, удалой, и носит имя он Андрей. И как водится у всех, увидел как-то дева дива, стрела любви его пронзила. И дева дива ко всему вдруг полюбилась ему. Деву быстро покурил и душой своей пленил. И в итоге во дворец в августовский день вел под венец. Там их быстро окрутили, союз брачный осветили, золотом окольцевали и только счастья пожелали. Thank you.
Я уверена, что вы не сорваетесь не только сегодня в поезд своим родителям. Вы благодарите своих родителей, что они подарили жизнь, и мы хотим сказать, берегите маму, берегите папу. Пусть годы летят, но вы никогда не стареете. Только душой молодеете, здоровья вам. Огромный прирост за вас мы поднимаем. Горько, горько. Вот наша Светлана